Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск субботы в материалах журналистов UATV. Меня зовут Станислав Листопад, и в ближайшие 20 минут вы увидите. День тишины. Украинцы готовятся выбрать президента. Кто поборется за пост главы государства? Час земли. Тысячи городов мира на один час выключили свет, как это было в украинской столице. Лучшие из лучших. В Украине раздали спортивные «Оскары». В Украине день тишины перед выборами президента. Согласно закону, кандидатам на пост главы государства запрещено проводить встречи с избирателями, митинги, демонстрации, пикеты, дебаты и пресс-конференции относительно предвыборных программ. Также запрещена любая политическая реклама в средствах массовой информации и на внешних носителях, а также распространение агитационных материалов. На выбор 39 кандидатов. В бюллетене рекордный список фамилий. Большинство впервые участвуют в президентской гонке. Около трети вовсе не связаны с политической деятельностью. Кто борется за пост главы государства? В обзоре Евгении Бурды. С 31 декабря 2018-го Центральная избирательная комиссия начала принимать заявления от желающих поучаствовать в президентской гонке. Набралось 93, почти столько же, как за 6 предыдущих кампаний вместе взятых. Регистрацию не прошли 49 человек. Неуплата залога, проблемы с документами и антиконституционные предвыборные программы – самые распространенные причины отказа. Еще 5 раз сошли с дистанции по желанию в установленный законом срок. В результате в бюллетене 39 фамилий. 2 кандидата отказались участвовать в выборах уже после печати бюллетеней. Но внести изменения в список уже нельзя по закону. Большинство кандидатов известны избирателям своей политической деятельностью. 26 с опытом работы в парламенте. Также выдвигаются бывшие руководители государственных структур, общественные деятели и бизнесмены. 10 человек впервые стали кандидатами на выборах. 20 баллотируются от партий, остальные – самовыдвиженцы. 4 женщины – это гендерный рекорд президентских выборов. Согласно поданным декларациям, главой государства хотят стать 4 долларовых миллионера и 19 кандидатов с миллионными сбережениями в национальной валюте. Для голосования 31 марта организовали 30 тысяч избирательных участков, больше сотни за пределами Украины. Центральная избирательная комиссия насчитала около 30 миллионов потенциальных избирателей. Национальный экзит-пол будут проводить 3 социологические организации. Следить за ходом голосования зарегистрировались больше 3000 украинских наблюдателей и больше 2000 международных. Евгения Бурда, UATV. Один украинский военнослужащий был ранен 30 марта на Донбассе. Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, российско-оккупационные войска дважды из стрелкового оружия обстреляли позиции вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески. Украинские подразделения давали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Как отметили в штабе, потери оккупантов уточняются. Выборы на передовой для голосования украинских бойцов на фронте обустроили палаточные избирательные участки. Сюда они будут по очереди приезжать со своих позиций. Как военные готовятся к выборам президента в материале луганских корреспондентов UATV. Палатка для голосования обустроена как настоящий избирательный участок. В нем есть места для наблюдателей и членов комиссии. Мы находимся в палатке, где будет находиться рабочее место избирательной комиссии. Тут будет проходить оформление документации, хранится бюллетени, протоколы. Соответственно, есть специальный сейф, предусмотренный законодательством, то есть безопасность гарантирована. В случае ухудшения погодных условий будет работать буржуйка, будет обогрев личного состава, будут нормальные, комфортные условия. По словам военных, в последние несколько дней противник активнее обстреливает украинские позиции. В связи с тем, что в ближайшее время будут проводиться выборы президента Украины, понятны эти провокационные действия и то, что обстреливают чаще. На днях в один из наблюдательных пунктов украинских военных попала противотанковая управляемая ракета. Приблизно в 5:20-5:30 ранку. Примерно в 5:20-5:30 прозвучал сильный взрыв. Мы попросыпались от того, что по рации сильно кричали наши парни. Но это ложная позиция. Мы специально построили ее, чтобы противник думал, что мы тут находимся. Военные ожидают провокации и в день президентских выборов. Провокации будут. Будут. Будем стараться. Чтобы военные смогли проголосовать, их по очереди будут привозить на избирательные участки.
Военнослужащие, которые находятся в Луганской и Донецкой области, они выполняют боевые задания. И приоритет – выполнение боевых заданий по защите территориальной целостности и независимости Украины. Часть людей будет голосовать, другие будут выполнять боевые задания, без ослабления боевой готовности. Кроме специально обустроенных палаточных городков, они смогут это сделать и на избирательных участках в ближайших к позициям населенных пунктах. Анастасия Волкова, Александр Лахтин, Луганская область, UATV. Арестованные в оккупированном Крыму 23 крымских татарина находятся в Ростовской области России. Это подтвердила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. В Фейсбуке она написала: «Троих крымчан поместят в СИЗО Ростова-на-Дону, еще двоих в пригороде». 27 марта российская ФСБ провела масштабные обыски на оккупированном полуострове. Задержали 23 крымских татарина. Их обвиняют в участии в религиозной организации «Хизбут Тахрир». Ее в России считают террористической. Подконтрольный Кремлю суд Симферополя арестовал задержанных до 15 мая. Оккупационные власти пытаются изменить этнический состав Крыма. За последние 5 лет на территорию полуострова, по разным данным, переселили около 500 000 россиян. При этом количество коренного народа крымских татар значительно сокращается. Российские власти проводят гибридную депортацию. В чем она заключается? В репортаже корреспондентки UATV Юлии Башко. Чебуреки в Эскишехире готовят по крымско-татарскому рецепту. Таких в Турции больше не найти. Если вы поедете в любой другой город и скажете, что вы из Эскишехира, первое, что вас спросят, ты крымский татарин? В Эскишехире почти каждый четвертый крымский татарин. Родители Эрола родились уже в Турции. Семью депортировали из Крыма в конце 18 века, после Крымской войны. 15 лет назад я открыл столовую в Эскишехире под названием «Крымский чебурек». И я считаю, что таким образом я поддерживаю крымско-татарскую культуру. Ридван Карлюк – автор десятка научных статей и проектов о Крыме. Он рассказывает, первая этническая чистка на полуострове массово привела крымских татар в Турцию. В 18 веке только за 7 лет с полуострова выселили около 300 тысяч крымских татар. Во время оккупации Крыма России в 1783 году часть населения Крымского ханства, не выдержав русского давления, стали мигрировать на земли Анатолии, в частности в Болгарию и Румынию. Теперь самая большая диаспора живет в Турции. В Турции проживает от 3 до 5 миллионов крымских татар. Считается, что после первой оккупации Крыма России они мигрировали с полуострова на протяжении 200 лет. В мае 1944 года в ходе спецоперации НКВД, НКГБ из Крыма в Среднюю Азию, Сибирь и Урал депортируют всех крымских татар. Их называют предателями Родины. По официальным данным, с полуострова насильно вывезли более 194 тысяч человек. Пустующие территории полуострова Кремль заселяет русскими и тем самым формирует лояльное к пророссийской политике население. Наш народ сегодня столкнулся с новыми витком репрессий после 70 лет депортации в 1944 году. Появился новый какой-то ярлык. Ярлык уже не предателя, а ярлык террориста-экстремиста. С 2014 года крымские татары вновь массово покидают полуостров. После оккупации Крыма на материк выехали более 34 тысяч человек. Активист крымской солидарности Дилявер Меметов называет это гибридной депортацией. Она заключается в показательном обвинении крымских татар в экстремизме и терроризме. Та практика вот этого антиэкстремистского и антитеррористического законодательства, она сегодня используется как инструмент против инакомыслия. Пытается создать такие условия, чтобы они напоминали собой определенную гибридную депортацию, когда люди вынуждены выезжать из-за того, что оказывается в отношении них давление. В мае 16-го ФСБ обыскала дом родителей Дилявера Меметова. Отца, как одного из фигурантов дела «Хизбут Тахрир», суд в Ростове приговорил к 9 годам. Естественно, мы никогда не сталкивались с подобным. Когда мы утром спим и в 6 часов утра врывается сотрудник ФСБ, численностью там более 10 человек, это только которых мы сумели увидеть. То есть, и когда после 4-часового обыска говорят, что поедем на 15 минут, подпишем какие-то документы, а 15 минут сегодня уже длятся вот уже почти 3 года. Адвокат Николай Полозов называет давление на крымских татар новой формой этнических чисток. Таким образом, российские власти пытаются изменить демографический баланс в Крыму,
прежде всего для того, чтобы продемонстрировать, что Крым наш. Таким образом, российские власти пытаются, ну что называется, примотать Крым вот этими человеческими судьбами к материковой части России. За 5 лет на полуостров переселили более 500 000 человек. Среди новых жителей – россияне, пенсионеры, военные и представители силовых органов. Дуже загрозливый. Угрожающий процесс. Идет замещение привезенными и заехавшими с Российской Федерации. По разным оценкам, эта цифра от 15 до 30%. Военные заезжают семьями. Силовики, ФСБ, полиция, Нацгвардия также семьями. И именно для них это сумасшедшее строительство идет. Согласно данным всеукраинской переписи, в 2001 году в Крыму проживали 58% русских, 24% украинцев и 12% крымских татар. Но уже согласно статистике оккупационных властей, в 2014 году русских в Крыму 68%, и значительно сократилось количество украинцев и крымских татар. Юлия Башко, Дия Катаман, Игорь Каркадым, ЮТВ. 60 минут в темноте. Акция «Час земли» проходит по всему миру. Участвует в ней и Украина. Десятки зданий и достопримечательностей отключены от электричества. Так хотят привлечь внимание к проблемам экологии. Какие объекты в Киеве отключили подсветку, знает корреспондентка ЮАТВ Евгения Бурда. Она сейчас возле Киевской городской администрации. Женя, здравствуй. Расскажи, как проходит «Час земли» в столице? Добрый вечер, Стас. Мы застали «Час земли» под Киевской городской государственной администрацией. И сейчас активисты здесь рассказывают, почему же здание погрузилось во тьму. И прохожие обращают на это внимание, останавливаются, чтобы разузнать подробности. Возможно, на видео вы сейчас можете наблюдать, как светится здание в обычные дни. И ровно в 20 часов 30 минут, как и везде по всему миру, эта подсветка погасла. Активисты экологических организаций зажгли свечи, их выложили в форме цифры 60, что символизирует продолжительность в минутах. И рядом расположена, прямо на входе в Киевскую городскую администрацию, инсталляция. Это шар с пластиковыми бутылками, огромной расщелиной посредине и пересохшей поверхностью, которая символизирует состояние нашей планеты, если люди перестанут обращать внимание на экологические проблемы. И вот что об этой инсталляции рассказала нам одна из ее авторов. И тут образ, ну, именно что умирает планета, и там внутри сердце, которое оно загорается, ну что сердце еще живо, что все-таки возможно спасти ее. Украина уже в 10-й раз присоединилась к «Часу земли» и ежегодно отключают подсветку на таких значимых и известных объектах, как монумент «Родина-мать», исторический комплекс «София Киевская», колокольни Киево-Печерской лавры, здание Министерства иностранных дел и пешеход на мосту через Днепр. И Киевская горадминистрация, к слову скажу, впервые в этом году отключила свою подсветку. Ежегодно «Час земли» выбирает какую-то тему, и в этом году она звучит как «Поймай связь с землей». И вот что говорят о беде и значении такой акции организаторы и представители мэрии. Эта акция больше такая просветительского характера, потому что когда миллионы людей по всему миру одновременно в единении с природой, в гармонии с природой, просто выключает свет, чтобы показать, что мы как бы на этой планете понимаем, что она, чтобы она после нас еще существовала, чтобы люди могли тоже на ней жить. Мы считаем, что это дуже корисна акция. Мы считаем, что это очень полезная акция, потому что после нас на этой планете должна остаться хорошая атмосфера и для наших детей. Поэтому тут так много людей с детьми. Мы рады присоединиться к акции. К сожалению, это первый раз, но, надеюсь, точно не последний. Мы хотели бы, чтобы все другие организации брали с нас пример, потому что эта планета у нас одна, и нужно ее беречь. Всего же в Украине к акции «Час земли» присоединились 32 населенных пункта. И это и крупные города, и малые территориальные общины. Например, во Львове отключены сейчас
собор Святого Юра и телебашня на Высоком замке. В Одессе Думская площадь, Приморский бульвар и городской совет. В Харькове это Благовещенский собор. Луцкий и Тернопольские замки также сейчас погрузились в темноту. Из известных исторических достопримечательностей также Хотинская крепость. И вот уже скоро истекает этот час, эти 60 минут. Подсветка снова на них должна появиться. И на этом у меня все, Станислав. Спасибо, Женя. Корреспондентка UATV Евгения Бурда о том, как проходит час Земли в столице и какие объекты отключили подсветку. Час Земли – это международная экологическая акция, организованная Всемирным фондом дикой природы. Впервые она прошла в 2007 году в Австралии. С тех пор к акции присоединяются десятки других стран. Каждый год в последнюю субботу марта в 20:30 по местному времени по всему миру на час выключают электричество. Свет исчезает даже на известных достопримечательностях. Среди них Сиднейский оперный театр, Парижская Эйфелева башня, Нью-Йоркский Empire State Building. В этом году к часу Земли уже присоединились Австралия, Китай, Филиппины, Таиланд, Индонезия и Индия. Цель акции – привлечь внимание к экологическим проблемам. Слоган этого года – сократить, переосмыслить, изменить образ жизни. Сфотографируй уборку. Львов присоединился к мировому экологическому челленджу «Трэш-тег». Участники этой акции делают фото до и после уборки территории и распространяют их в социальных сетях с хэштегом «Трэш-тег». Так привлекают внимание к проблеме загрязнения окружающего пространства. Во время акции львовяне убрали от мусора один из самых загрязненных местных парков. Как это было, смотрите далее. It's like the seventh or eighth needle I found. Это уже, наверное, седьмая или восьмая игла, которую я здесь нашла за 5 минут уборки. Это действительно жутко. Надо от этого избавиться. Полгода назад Камила приехала во Львов из Франции. Она учит украинских студентов французскому, а на выходных участвует в волонтерских акциях. Обычно весной в моем родном городе волонтеры проводят еженедельный убор. Помню, я еще была ребенком, мы с родителями всегда убирали. Люди бросают мусор где угодно и не заботятся об окружающей среде. Я надеюсь, этот челлендж изменит отношение людей к природе. Уборку львовского парка организовал Дерек. Он из Техаса. Во Львове живет 2 года. Акция «Трэш-тег» сейчас очень популярна в мире. Я занимаюсь видео и фотографией. Я снимал в этом парке для себя ролик и заметил, насколько здесь красиво, но очень грязно. Поэтому я подумал, почему бы его не убрать. К акции Дерека присоединились более полусотни волонтеров. Цитадель – это на самом деле очень классное место. Цитадель – это очень классное место, и сюда стоит ходить, чтобы наслаждаться природой, для того, чтобы увидеть старый Львов, а не наступать на мусор, который здесь разбросан. Нужно убрать это место, нужно быть ответственным. Участники акции надеются, что львовяне не только присоединятся к подобным челленджам, но и перестанут мусорить в родном городе. Юлия Биль, Вадим Дмитриев, Львов, UATV. Украинцы провели интернет в отдаленную деревню на границе Кении и Танзании, а потом научили детей племени Масаи пользоваться всемирной паутиной. Все это в рамках благотворительного образовательного проекта «Rise Today», основанного 3 киевлянами. Больше в сюжете корреспондентов UATV. Познакомить детей Африки с цифровыми коммуникациями и искусством – такую цель поставили перед собой режиссер Павел Буряк, арт-куратор Алиса Якубович и дизайнер Дмитрий Горенюк. И в начале 2019-го отправились в отдаленную кенийскую деревушку, чтобы запустить свой проект. С ребятами мы дружили давно. Я знала Диму и Пашу 6 лет. И я написала просто пост в Фейсбуке, что вот я нашла школу, я бы хотела вернуться в Африку. Ребята, оказывается, тоже давно мечтали побывать на этом континенте. Мы собрали пожертвования через Facebook, между прочим, и купили VR-очки, купили компьютеры и отправились в Кению. Чтобы им доверяли, важно было интегрироваться в местную культуру, жить с учениками в одном племени, есть местную еду, перенимать традиции. Украинцы были не меньше диковинкой для местных. Они просто с таким удивлением и даже небольшим испугом смотрят на тебя, им всем очень интересно. Они начинают тебя трогать, обнимать. Все спрашивают твое имя, там малыши знают 2 слова «What's your name» и «How old are you?» и все спрашивают одно и то же. И в итоге, хотя я там пробыл не так уж долго, как Алиса, я там пробыл 10 дней, но можно даже почувствовать
сказать, что почувствовал себя в какой-то семье. Работали в школе, основанной вождем племени. Еще четверть века назад дети у масаи вообще не учились. Целыми днями пасли скот. Сейчас же они понимают всю ценность образования. В школе около 400 учеников. Благодаря украинцам в здании появились интернет, Wi-Fi и кинотеатр. Ребята научили местных пользоваться всемирной паутиной и VR-очками, а еще познакомились с искусством. Уже смотрели около 7-8 фильмов, абсолютно разных голливудских, европейское кино, азиатское кино, мультфильмы, документальные фильмы. Мы провели лекции по дизайну, мы провели лекции по сторителлингу, по креатив-райтингу, по диджитал-коммуникации. Мы впервые показали им, что такое Google и как это работает. С масаи украинцы прожили 1,5 месяца. Называют этот опыт бесценным. Древнее племя освоило жизнь с интернетом и высокими технологиями. В обмен научило современных украинцев жить по солнцу и слышать природу. Уже в конце лета волонтеры планируют снова вернуться в Кению и продолжить работу. Тамара Кононенко, Ярослав Матяш, UATV. Церемония награждения лучших спортсменов страны «Герои спортивного года» проходит в эти минуты в Киеве. Уже определились победители в номинациях «Команда года», «Сенсация года», «Сильные духом», «Олимпийская надежда Украины». Лучшей командой года признали дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Мельчук. В 2018-м они стали бронзовыми призерами чемпионата мира и Европы. Статуэтку «Сенсация года» получила Алла Черкасова. В 2018 году она стала чемпионкой мира по борьбе в категории 68 килограммов. В категории «Сильный духом», где были представлены спортсмены-паралимпийцы, победила Оксана Шишкова. На зимних паралимпийских играх она добыла 6 медалей в биатлоне и лыжных гонках среди спортсменов с нарушением зрения. Звичайно, вона дуже надихає на майбутнє. Конечно, это очень вдохновляет на будущее победы. Когда ты борешься за всю страну, ты чувствуешь поддержку. Это очень важно. Мы розуміємо, що кожного разу, коли мы понимаем, что должны сделать все, чтобы подняться на пьедестал. И когда ты на нем стоишь и играет гимн, тебя переполняет гордость. И наши слезы, они того стоят. Ну и в ночь с субботы на воскресенье Украина переходит на летнее время. Стрелки часов переведут на час вперед. Время изменится по всей стране, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Луганской и Донецкой областей. На летнее время перейдут более 70 стран мира. Исключение Россия, Беларусь и Исландия. Депутаты Европарламента проголосовали за отмену этой практики в европейских странах с 2021 года. После перевода часов разница между Киевом и Токио составит 7 часов, с Брюсселем 1 час, с Вашингтоном 7 часов, с Сан-Франциско 9. Не забудьте перевести свои стрелки часов. Это и другая актуальная информация на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала uatv.ua. Благодарим за доверие. Оставайтесь с нами, будьте в курсе и знайте больше. До встречи.